Добрый вечер всем слушателям, подписчикам и ведущим, соведущим. Хотелось поблагодарить, пожелать здоровья родителям Вячеслава, и хотелось бы, чтобы они услышали слова благодарности за то, что воспитали достойного человека. Это не лесть. Хочу поделиться моим маленьким откровением, которое мне довелось выразить с этой площадки, созданной Вячеславом. Я обращаю внимание на наш язык, который не перестанет, а будет еще нас поражать своим великолепным силой и придавать нам сил. Читаю по бумажке, извините, зрение плохое, вообще слабо. Но не в это суть, думаю, меня поймете и простите за мое косноязычие. Я обратил внимание на имя создателя канала, где собрал лучшие представители рода человеческого. Вячеслав. Вече – одна из высших древних, Вече – это одно из наших древних слов, обозначаемых собор, собрание. То есть Вече – это, вот в Википедии открываю, народное собрание в древней и средневековой Руси. Да. И под этой перечпись ведет к когда оно время создания, да, время около дата основания около 10 века и дата упразднения около 17 века. Ниже идут, тут же ниже идут картинки, там Репушкина П. Конец картина называется «Новгородская Вече», конец 19 века. Как оно может быть в конце 19 века, если оно упразднено, Вече было? А Вече было высочайшим, вот, набираю, открываю «Новгородская Вече». Было высшим органом власти еще в 1819 веке, в конце 19 века Вече было высшим органом власти. Я думаю, у нас альтернативы другой нету, как собрать свое Вече. У нас этот человек, достойный человек, создал такое Вече, где можем общаться, решать, выполнять, по сути, те же самые вопросы самостоятельно, потому что не надеясь на помощь государственной власти, потому что не СМИ, где мы можем правду узнавать, и каким я не доверяю ни телевизору, нет достойных аналогичных каких-то площадок или это. Этот человек... Я хочу пожелать ему здоровья и процветания этому каналу. От всего сердца, от души. Вот. Такое обращение. Хочу, чтобы его опубликовали. Подредактирую, если есть возможность, желание. Желание, возможность. Там. Смотри сам. С уважением, Сергей Руденко.